Всем привет, ребят! Вы долгое время просите у нас привезти наушники по типу AirPods, чтобы они были беспроводные от слова вообще беспроводные, но по цене подешевле, чем AirPods. Я не знаю, почему производители долгое время не выпускали наушники, но на данный момент мы имеем вот такой вот продукт, беспроводные наушники с анатомической вакуумной формой. Что вам дает анатомическая вакуумная форма? Видите, она немножко смещена. Еще более глубокая проникновение в ухо и еще более объемный звук. То есть они будут лучше сидеть и лучше играть. Вот такой амбрюшон. Бокс также с собой представляет powerbank. То есть автоматически, когда вы ложите наушничек в бокс, он начинает заряжаться. Так, сейчас я положила. То есть вы можете посмотреть, световой индикатор идет, значит бокс начинает заряжать ваши наушнички. Что мы имеем в комплекте? В комплекте мы имеем зарядку микро. Микро-USB для зарядки бокса, инструкцию и амбрюшоны. Я уже тут раздеребанила комплект, сейчас вам покажу, зачем вам нужны амбрюшоны. Я думаю, вы все знаете, вот один застрял, не вылазит. Зачем нам нужны амбрюшоны? Мы имеем всегда средние амбрюшоны на наушники и также еще более больший размер амбрюшон и меньший размер амбрюшон. Зачем это надо? Для вашего комфорта. Я очень часто слышу у людей, что они рассказывают, что им не подходят вакуумные наушники, потому что у них болят уши. На самом деле, это не вакуумные наушники вам не подходят, это не подходят амбрюшоны. В 90% случаях дискомфорт можно решить тем, чтобы сменить амбрюшон на более меньшую либо большую головку, тогда будет все четко. Теперь я хочу показать, как коннектятся эти наушники, потому что коннектятся они достаточно легко. Сейчас покажу, как будем коннектить наушники. Подключаем Bluetooth. Сразу видим устройство. Достаем с бокса. Видим, что одно ушко перестало мигать, а второе мигает постоянно. Видим подключение наших наушников. Включаем, ждем. Посмотрите, насколько быстро прошло подключение. Все, ваши два ушка работают. Теперь вы можете наслаждаться и слушать музыку. Что хочу сказать по поводу звука. Он реально громкий, реально объемный. Но вот немножечко не хватает басов, но все компенсируется, это не смертельно. Звучание, кстати, достаточно очень приличное. Вы всегда можете оформить заказ на эти наушники. Количество ограничено, но на данный момент они у нас есть. Это крутой подарок в предновогоднее пору, поэтому подумайте, что подарить вашим любимым.